том, что дайте нам подготовленный земельный участок и проведите нам коммуникации, мы запустим производство. Да? Время понеслось, и за последние эти 10 лет заявка и спрос резидентов промышленных площадок парку существенно изменился. То есть то, что мы по инерции делаем еще, что называется, вчера, по инерции вчерашнего дня делается по сетям коммуникациям, этот вопрос с повестки не снялся. Он, понятно, углубился о том, что дайте нам еще прирост мощности, подготовьте нам земельный участок, я не знаю, с вертикальной планировкой или что-то в этом роде. Да? То есть хотелки-то растут, и это не индивидуальные капризы какого-то отдельно взятого резидента, это, увы, требования целой огромной отрасли рынка, которая сейчас у нас в размерах не прибавляется, да? То есть очередь из резидентов, извините, не стоит. А запрос все больше и больше. К примеру, появляется запрос: помогите нам найти финансы привлеченные, займитесь фандрайзингом так называемым, да? Помогите нам привлечь льготные кредиты, займы федеральных и региональных фондов. Уже нет, скажем так, грамоты «самый лучший завхоз управляющей компании». Сейчас управляющие компании борются уже за грамоту «самой управляющей компании». Мы дружим с семьями, помогите нам в этом и всем таком прочем. Да? То есть управляющие компании сейчас вынуждены решать широкий круг вопросов, вплоть до, я не знаю, личный адвокат, личный налоговый консультант, личный финансовый консультант, личный консультант по инфраструктуре, личный технолог и все такое прочее. То есть запрос к управляющей компании существенно вырос. И проблема усугубляется как раз тем, что на местах, особенно когда мы говорим про районные промышленные площадки, индустриальные парки, компетенции людей, которым поручено вести эту тему, или компетенции людей, составляющих управляющую компанию, категорически не хватает. И возник вопрос, а не получится ли эффекта синергетического от укрупнения? Может быть, нам привлечь профессиональную управляющую компанию на несколько площадок? Ведь задачи-то решаются сходные. Поиск инвесторов – это значит какие-то представительские функции, да? То есть где-то их надо искать, никто, правда, не знает, где искать. Как их обслуживать, как удовлетворять спрос и так далее, и так далее. То есть вот в чем сложность как бы задачки. Но я думаю, мы постараемся, по крайней мере, сегодня обозначить в отведенные нам в рабочей группе 25 минут ответы и наболевшие у вас, может быть, рецепты, решения, советы, предложения по этим вопросам. Я сейчас передаю слово нашим федеральным экспертам, нашим коллегам из Москвы, Ассоциации индустриальных парков, структуры, которые...